Свой 70-летний юбилей отметил почетный ветеран МВД России по Карачаево-Черкесии Илья Статаркулов. Поздравить именинника пришли его друзья и сослуживцы, а также передали благодарность за непоколебимую службу перед буквой закона от министра внутренних дел Олега Мальцева. Подробности у Карчи Беджиева. Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна. Работа в правоохранительных органах действительно нелегка, а порой опасна, и представляет собой особый класс граждан, обладающих специальными знаниями и отточенной интуицией. Тем самым они обеспечивают правопорядок в нашей жизни. Один из таких героев – Илья Статаркулов, прослуживший всю свою жизнь в правоохранительных органах на благо Родины. Он начинал рядовым участковым и постепенно поднялся до начальника отдела по Усть-Джигутинскому району. Сейчас ему 70, а его общий стаж службы составляет 50 лет. Почти половину своей жизни он посвятил букве закона. Собравшиеся коллеги поздравили юбиляра от имени министра внутренних дел России по Карачаево-Черкесии Олега Мальцева. Зачитали поздравления и вручили медали за особые заслуги. Ваша преданность Родине, верность слову и долгу всегда будут служить примером для молодого поколения сотрудников органов внутренних дел Карачаева-Черкесии. Ваш жизненный путь будет освещен теплом домашнего очага, вниманием, бескорыстной верностью друзей, любовью родных и близких. Министр внутренних дел Карачаево-Черкесской республики, полковник полиции Олег Валерьевич Мальцев. Мы знаем и благодарны Ильясу Хазыровичу за те напутствия, за ту помощь, за ту наставническую деятельность, которую он проводил, будучи работником органов внутренних дел, до ухода на пенсию. Илья Статаркулов был и является наставником для подрастающего поколения и долгим упорным трудом, поддерживая порядок непревзойденной работой в органах, считается примером для многих. Так о нем отзываются коллеги. Юбиляр также поблагодарил присутствующих друзей-сослуживцев за их внимание ответной речью. Работа органов внутренних дел всегда была трудной и тяжелой. И то время, когда мы работали, и в настоящее время. Я единственное желаю, хочу, чтобы все работники правоохранительных органов, уходя из дома, всегда постоянно возвращались целыми, невредимыми своим семьям, чтобы они были счастливы. Собравшись вместе, родные окутали именинника любовью и заботой. Внуки приготовили свой особый подарок – именной торт для дедушки, пожелав ему неизмеримого счастья, крепкого здоровья и долгих лет жизни. Карча Беджиев, Ислам Урумов. Вести Карачаево-Черкесия.